Всем привет, ребят, нахожусь за рулем Hyundai Elantra 1.6, двигатель V4FG, совсем свежий, как видите, вот пробег 25 тысяч. И буквально несколько видео назад именно на этой машине мы с вами снимали видео, как был забит катализатор. Мы вставляли пламя-гаситель с вами, его установили. И когда запустили машину, в конце видео мы услышали с вами простукивание, двигатель перегрет. Человек спустя месяц на ней не ездил, думал, пробовал по гарантии поменять, не получилось. В общем, пригнал к нам, будем его с вами снимать, разбирать, посмотрим, что произошло, когда каталик полностью забился и выгорел, с цилиндрами идут стуки лютые, поэтому сейчас посмотрим. Итак, вот он, наш моторчик. Еще раз повторюсь, G4FG 1.6. В общем, что? 25 тысяч. Забитый каталик. Как говорят дилеры, все виной. Хотя странно. Если забитый каталик, то получается, это что же дилерская тема. Ну да ладно, не будем рассуждать. Машина пришла к нам прогретая. Сейчас особо стука не слышно. Но где-то на холодную 100% долбит, вы даже в прошлом видео видели. Сейчас поднимем обороты. Где-то 2.5. Надеюсь, вам слышно. Все-таки идут простукивания, уже слышно. И хозяин, да и мы приняли решение. В общем, его сейчас снимем, раскидаем и посмотрим, что внутри. Сразу повторюсь, народ, не буду вас душить съемом двигателя. Все просто, как бы вы помните, ну, на данном автомобиле его проще снять вниз, открутить подрамник и уронить. Ну, соответственно, надо будет открутить коробки, подушки, вместе с коробкой ее уронить, отсоединить электрику. Ничего сложного. Увидимся уже, давайте с вами, когда двигатель будет на земле и, скорее всего, даже когда мы его раскидаем, потому что открутить на снятом двигателе ту же головку блока цилиндров ни у кого никаких проблем не составит. Цепи покажем, как ставится уже, когда будем собирать, хотя моторы идентичные, FC, FA одинаково, там все метки, все просто. Поэтому увидимся уже, когда будем откручивать голову. Ну что, у нас тут небольшой технический бардачок, не обращайте внимания, все-таки двигатель рабочий, маслица не убрали еще пока. Разобрали. Ну что, 20 тысяч, вкладыши живые, колено тоже хорошее. А вот почему разбирали. В общем, только начало. Видите, получается, все-таки предположения дилеров адекватны. Задиры есть. Не, конечно, конские, не смертельные, но чувствуются пальцем. Поэтому будем дилизовать. Поршенки, ну тоже такого прям смертельного нет, но юбки для 20 тысяч, конечно, лютые. Вот они уже пошло, вот его, не знаю, видно сейчас от света, не видно, вот он пошел его драть. Вот. Ну что, на этом обзор, так сказать, разбора двигателя с 20-тысячным пробегом. Ну, действительно, они его гриванули, тут нечего сказать. А если кому будет интересно, то как к нам присоединился, можно будет там предыдущее глянуть. Когда они приехали, она задыхалась, он долго ездил. Действительно, смотрите, нагрев двигателя идет, и сразу же пошло цеплять на стенке. Поэтому, какой сейчас будет, будем гильзовать, менять поршневую. Встретимся с вами уже после того, как отгильзуем наш блок. Мы расскажем по стоимости и будем его собирать. Посмотрим, как ставится в цепи. Всем пока!